мы в отеле, там есть отель и пляж. Мы были на пляже, я на волнах плавал. Завтра поедем в музей смотреть на ракет. Ага, что за музей? Называется НАСА. НАСА музей? НАСА музей. НАСА Кеннеди Спейс Центр. Спейс Центр. И что там будет в музее? Ракеты. Будет ракета взлетать. Ну, взлетать не будет, наверное, но будем смотреть там, да? Да, будем. Ракеты будут там всякие, да. Шаттлы. Да. Спускаемые аппараты. Аппараты будут. Скафандры. Скафандры. Да, что еще? Все про космос, да? Все про космос. Да, Макс любит про космос? Да. И папа любит про космос. Мы будем в гостинице спать. Сейчас пойдем в гостиницу спать. Все, давай опять. Макс? Расскажи. Ну-ка расскажи, где ты? Я в отеле. Мы поехали в поездку. В отеле. Алиса. Даника, ты где лежишь? Покажи. Иди покажи, где покажи. Ты лежишь. Покажи. Вон там Даник лежит. Даник себе постелил вон там. Покажи. Ну вот. Завтра идет в музей. Где вон Макс? Где Даник? Даник. Вот Даник. Ну. Секачка. Папа будет со мной спать вон там. Итак, у нас сегодня 27 мая. 2022, и мы приехали в Kennedy Space Center, почти приехали, музей НАСА, в который мечтают попасть очень много детей, людей, и мы там сегодня побываем, надеюсь, и будем впитывать все впечатления, смотреть ракеты, лазить везде и запоминать. Компании Blue Origin, вот какие-то боксы, это тоже, насколько я помню, авиастроительная компания типа SpaceX, которая строит ракеты. Подъезжаем к музею, вон уже ракеты стоят. Как, полетят сейчас все ракеты? Залазь, Даник, только не улетайте далеко. Давай, ложи. Папа, закрой. Вот такая здоровая ракета. Вот это ракета. Да. Смотри, вот это что, Макс? Двигатель, смотри, ракетный. Да. И вот еще здоровая какая ракета, смотрите. Сюда, туда нельзя. Ты за забор залез. Ой, сейчас кто-то придет. Ой, сейчас кто-то будет ругаться. Дети садятся в спускаемый аппарат. Ух ты, сколько там приборов. Макс, садись, как Алиса. Ноги туда. Ножки туда наверх. Ножки наверх. Вот туда ножки наверх. Ножки наверх, как Алиса. Оу. Алиса залезла в космическую ракету. Вот один из павильонов небольших. И здесь просто показано, как природа граничит с технологиями. Аллигаторы, разные птицы. Ну, это черепашечка, здоровый мальчик. Со своим поросеночком. Енотик, да. Это Северная Америка, видишь, а мы вот это Флорида. Это со Флорида, да? А мы вот здесь живем. А сейчас мы вот здесь. А вот это, смотрите, это Международная космическая станция. О, точно, смотрите, лунные кратеры. Или кто-то ремонт делал и ведро поставил. А вот это Марс, да? Это Марс, нет, это на Венере люди не ходят. Хотя и на Марсе. Это мы на Марсе, смотрите. Нет, это не Марс, это Венера. А это знаете что?
Да. Это лаборатория. Вот, я хочу туда зайти. Это где космонавтов готовят. Я хочу туда зайти. Да, там разные симуляторы, тренажеры, где готовятся. Я хочу зайти. Нет, зайти там нельзя, там надо отдельно билеты. Вот, смотрите, ракета взлетает, как будто. Это видите, площадка прямо вот здесь, вот, после океана. Смотрите, настоящий космонавт пошел. Смотрите, космонавт пошел. Алиса, смотри, космонавт пошел. Ух ты! Макс, смотри на дядю. Астронавт. Марс. Марс. Поверхность Марса. Чемоданчик космонавта. Угу. И ноутбук, iPad. Стыковка производится. И что ты делаешь? Ракета взлетает. Push throttle forward. Вот это вот, смотри, forward. Это будет forward, back. Ух ты, марсоход. Марсоход. Маленький какой-то марсоходик. Ровер. Папа, смотри, как много ровер. Сравнительные характеристики разных роверов. А что это так делаем? Смотри, на солнце батарея. Роботочек, ну. This is so good. The first one, small one. Смотри еще, Алиса. О, смотри, какой здоровый. Это что? Ну, вот это вот какой-то марсоход тоже. Папа, это что? Ну, это тоже разные модели марсоходов. Или луноходов. Давай, что? О, а я потрогала. Ну, прикольненько. Интересно. Curiosity. Это Curiosity. Который запустили в 2011 году. Алисенок, Макс, да. Ну что, нравится вам тут? Интересно? Да. Что это, Макс? Марсоходы. Марсоходы, правильно. Сейчас будет показывать запуск. To be a part of it.
There's a lot to be done and no time to waste. We gotta get you ready. But before you start a journey, you need to know where you're going. Fortunately, NASA has selected you were born. But before you can enjoy that moment, you'll need to answer three questions. Can you survive the journey? Can you learn to live on the surface of Mars? And can you return home to Earth safely? It sounds difficult. In fact, these are some of the most challenging problems humankind... Макс, это ты такой сильный? Не шоу, какую-то презентацию. Будем смотреть. Все готовы? Все готовы? Будем смотреть. Нормально так не ударил. А вот смотрите, какой ровер. Марсоход. Вот это классная тачка. Вот такой вот Марс. Марс вездеход. Смотри, какие колеса, Макс. Да. Шипы. Ой, вот это классная тачка. Мы поедем на пляж. Я бы на такой погонял бы. Солнечные батареи. Вот это самый лучший минивэн, который я видел. Хочу такой. Так, ну и сейчас мы стоим в очереди. Это Space, такой шаттл. На автобусе поедем. По разным смотровым площадкам вдоль пусковых площадок и прочих интересных мест. Вот на таких вот НАСАвских автобусах. Везде символика НАСА. Мой любимый логотип. Не знаю, кто вообще больше кайфует от этой поездки. Дети или папа? Вот такой вот автобус. Сейчас мы на нем поедем, наверное. Вот еще один подъехал. Следование Марса. Миссия. Класс, класс. Супер. Макс, смотри сюда. Ignition sequence start. Countdown step off the land, Mountain. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Please, no food or drinks on the bus, with the exception of water. Please keep conversation to a minimum so others may hear and enjoy the tour. Over here are the doors below it and seven smaller vertically opening doors above it, tall enough to fit the world's largest rocket through. In fact, these are the largest doors in the world. Construction of the VAB required 65,000 cubic yards of concrete, 45,000 steel beams, 1 million steel bolts, amounting to over on the roof, with room to spare for a parking lot. By volume, the VAB can fit 3.5 Empire State Buildings, and it would take 250 billion ping pong balls to fill it. It was built in the 1960s for the Apollo program. Every Saturn V rocket that sent humans to the moon was assembled right here. Every space shuttle mission also assembled within these same walls. After the space shuttle program, a major renovation to the inside of this building began to accommodate NASA's next generation of rockets, the Space Launch System, or SLS. Lockheed Martin has developed a capsule called Orion that will sit atop the SLS rocket. This capsule is designed to facilitate human exploration of the moon and eventually Mars. You see three towers off to the distance.
That is Launchpad B, where NASA's going to launch its new rocket. This video is going to tell you about the launch control center. You're going to be, when I make the left-hand turn, you will see the launch pad. The door on the bottom right, it's kind of open. You see one of those platforms right there. Launch control center. Great platform on the very bottom. And you see some kind of a steel structure sitting on top of it. That's where NASA's new rocket is sitting on that tower, all right? But it's actually on the west side of it, connected to the tower, okay? Well, that platform coming up on the right-hand side, they're getting ready to build another one of those. And you'll see all the little... Now, how does the mobile launcher support the SLS rocket? I'm going to pull over a little bit, give you a chance to get you some photos for a few moments. Don't miss your chance, okay? So the plane is telling you about those vehicles, and this is the one that's closest to us. The largest self-powered land vehicle in the world. It was originally built in 1965 in the Apollo program, and has since been updated to accommodate the Space Shuttle and now NASA's SLS rocket. Weighing in at 6 million pounds and capable of lifting and hauling 18 million pounds, the crawler is an engineering marvel, even without a rocket sitting on top of it. This thing has 2,750 horsepower V16 diesel engines that can carry the crawler up to a top speed of, wait for it, ever undertaken. When I was a kid, I used to dream about flying through space. Every week on TV, I'd watch my heroes as they jumped into their rocket ships and took to the skies. And I wanted to be like them. Through those doors, you'll find the firing room, launch control, just as it was on December 21st, 1968. Ну вот мы пришли в следующую комнату. И это центр управления полетом. Смотри, как классно, да? It was a few days before Christmas 1968 when Apollo 8 sat on the pad. She was the first of a new kind. A moon rock caused ice to form on the outside of the craft. The extreme temperature differences between the air and the sub-zero fuel caused the metal skin of the rocket to expand and contract. Everyone was on the pad agreed. It was as though the rocket was alive, breathing, sustaining. And to bring these men back alive, everything had to work perfectly. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8. Right here, where it actually happened. Mankind is about to leave his planet behind. Ну что, Алиса, готова к запуску? Да, будем сейчас смотреть запуск ракеты. Даник. Gonna see rocket launch. Таймер уже идет. Все, кто трясется.
Аж стекла трясутся, смотри. Вот это Сатурн 5 в натуральную величину. Да, это громадина вообще просто. Пойдемте туда. О, ничего себе. Вот. Сатурн 5 в натуральную величину, на котором летели на Луну. Спейсшип. Смотри, какой он гигантский, просто вообще. Не передать словами. Так, ну и сейчас мы стоим очередь и попробуем вот сюда. Сбежали дети. Хотят улетать. Ну, а, нормально. За ограждением. А, да, иди сюда. Так, ну короче, да, залезть сюда не получится, но можно заглянуть внутрь. Такое вот стекло. Как мы будем заходить туда? Просто мы смотрим туда. Хочешь, я Алису тебя подниму, смотри. Я тебя заходить. Ну, никого не пускают. Все, пойдемте. Смотри, Макс, нажми что-нибудь на экране, дядя будет рассказывать. Understand that the, it's always been my opinion, it's the young people that we need to get enthusiastic about space. Tell me, are you going to the moon? Ну, такие тут всякие снимки. Куртка настоящего астронавта. Миссия Аполло-11. Угу. Мама, еще лунный вездеход. Скафандр, спейсит. А это вот можно заглянуть, как выглядел вот этот вот модуль, который высадился на Луну. Вот так вот он выглядел, как приборная панель, как наша Toyota. Зачем эта штука? А это вот смоделирована точная копия, вот этот модуль, который приземлился на Луну. И астронавты. Папа, а тот космонавт, который справа, что это он за штуку делает? Ну, что-то они сканируют Землю, не знаю, ищут, изучают, какие породы на Луне. Это же первый раз люди тогда на Луну приземлились. И единственный. Больше после этого еще никто на Луну не летал. Посмотри, разные кратеры, видишь? Да, кратеры. Видишь, они там поставили флаг американский. Наверное, он где-то там еще и стоит до сих пор. Ну вот, такой вот. Папа, смотри, вон, американский флаг. Смотри, они еще следы оставили. Ну да, натоптали на Луне. Классно? Вот такая конструкция. А вот это вот сама ракета, которая ее привезла. Сатурн-5. Вот такая она гигантская. Вот это первая ступень, точнее это вторая. Ну, там еще до конца жалок нет. Бежал наш Explorer. Мы
Moonrock Cafe. У нас тут космический перекус. Космический ланч. Space ланч. Игра слов. Space ланч. Прям под ракетой. Так, сейчас мы еще зайдем вот в этот вот Atlantis Center. Это там, где стоит шаттл. И там, где много всего интересного с этим связано. Программа шаттл. Приключение начинается. Сейчас будет симуляция запуска шаттла. Настоящий Атлантис, который только что показывали. Вот это настоящий, смотри, шаттл. Сейчас на автобус пойдем. Сейчас поедем в отель. Посмотрите, поедем. Класс. Вот это, конечно, круто. Да. Смотри, крылья его, смотри, какие. Она открылась. На какую планету они крутятся?
Ваня не показывает. Международная космическая станция. Так, ух ты! Смотрите, можно в модуль залезть. Только без обуви. No shoes. Дети, взрослые тоже туда? Не знаю. Ты залезть, что это? Надо, что ты... это Международная космическая станция. Ну, давайте, залазьте. Go, go! Давайте. Пока-пока. Говорят. А, да, тут страшно спускаться по прозрачной штуке. Нет, смотри, нормально. Лезут. Раз. Оу! Come on! И два. Ну, вообще бесстрашные дети, смотри. Такая высота. С возвращением на Землю! С возвращением! Зигмана там кроссовочки. Дай пять. Астронавт. А вы дети что? Сидите на Space Shuttle? Я чуть другое место. Папа, папа, мне можно вот туда, на тот корабль пойти? Можно мне? Там, где дети лазили. Папа, угу. Можно, Алиса? Сейчас будешь спускаться на шаттле. Окей? Да. Давайте. 3, 2, 1, ланч! Три, два, один, и папа. Все, все. Садись, сядь, садись. Аня. Еще съездим? Давай, поехали. Аня, папа, где тебя?